В Петропавловске в стенах колледжа искусств, специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Серкибаева, прошел сольный концерт студентки 4 курса Жан Омерзак, учащаяся класса КОБЫС, лауреат международных и республиканских конкурсов и обладательница стипендии фонда первого президента, исполнила знаменитые произведения казахских и зарубежных композиторов. Для Жанны Мурзак сегодня особенный день. В стенах родного колледжа проходит ее первый сольный концерт. Поддержать молодую артистку пришли друзья и близкие. Девушка порадовала зрителей следующими номерами. Концерт как пьеса, концерт номер 3, экспромт, Туре Мурат. На КОБЫЗе я играю с 5 класса. Сегодня на своем первом сольном концерте я показываю, чему научилась за это время. Концерт посвящен нашим педагогам и ученикам. Из всех музыкальных инструментов я выбрала КОБЫЗ. Он мне по душе. Успех музыканта зависит не только от старания и труда. На развитие таланта оказывают влияние и педагоги. Жан стал обладателем президентской стипендии. Это уже большое достижение. Одна из наших образцовых учениц отличается талантом и трудолюбием. Своими впечатлениями после концерта поделились и зрители. Каждый ребенок растет, смотря всякие такие концерты. Концерт очень хороший, я очень горжусь ею. Мне очень сильно понравился концерт. Во-первых, потому что он меня очень сильно вдохновил. Жан я знаком давно. Увидев этот концерт, меня затронуло мое сердце. Жанна Мурзак прочно связала свою жизнь с музыкой. В будущем она планирует поступить в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, служба новостей.